Поначалу вы увидите, что определенный процент людей, живущих на этой планете, больше привержены своему внутреннему повествованию о самосохранении, чем тому, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы помочь другому человеку. Знание этого может вызвать разочарование в человечестве и даже желание вернуться домой, поскольку это признание пробудит в вас более глубокую струну сострадания к страданиям, которые исцеляются во всех. Оно вдохновит вас на новую приверженность внутренней поддержке всех ваших потребностей, которые никто другой не может по-настоящему удовлетворить. Возможно, вы говорили себе, что у вас не должно быть потребностей, или что быть единым с Духом означает, что потребности больше не существуют. Возможно, это завело вас так далеко, но впереди вас ждет гораздо более проницательное и захватывающее путешествие. Путешествие, которое требует честности и целостности личного «я», объединенного в единстве со светом вечного «я». Чтобы произошел космический поворот, что такое космический поворот, вы можете спросить. Именно там вы культивируете такую внутреннюю поддержку для себя и сострадание к другим, что это начинает менять направление кармического колеса. Все это можно сделать без чрезмерной отдачи, необходимости быть всем для всех, упуская из виду важность заботы о себе или нарушая суверенитет ваших личных границ. Поскольку кармическое колесо поворачивается вспять благодаря большой любви к себе и состраданию к другим, это означает, что даже в присутствии самого своекорыстного характера они будут вынуждены силой своего духа помогать вам, когда это наиболее важно, выполняя закон единого, отражая мощность света, которой вы пришли сиять. Вначале может показаться, что ваш свет вызывает беспокойство у других, поскольку они проявляют поведение, когда набрасываются, закрываются, критикуют или отвергают вас за свет, от которого прячется их эго. И все же, когда вы продолжаете следовать этому курсу с внутренней поддержкой, заботой о себе и безусловной любовью, даже те эго, которые остаются наиболее преданными продвижению личной повестки дня, не могут не служить свету, чтобы сиять. Это сердце вознесения. Все ради любви. Мэтт Кан.